В Ярославле закончились съемки сериала с необычным названием «Галка и Гамаюн». Одним из фрагментов сюжета стал просмотр главными героинями выпуска новостей городского телеканала. Подробности далее. В крайний день съемок именно так кинематографисты суеверные, слово «последнее» у них не в чести, снимали крупные планы. Автомобиль установлен на платформе, там же укреплена и камера. За рулем машины две подруги, они же главные героини фильма и офицеры уголовного розыска. В жизни актрисы Ирина Пегова и Анна Снаткина. Анна между съемками нашла время и прошлась по красной дорожке фестиваля «В кругу семьи». Подруги по сценарию Ярославны. Они живут здесь, они здесь влюбляются, они здесь работают, они здесь служат. Здесь происходит события, происходят какие-то наши криминальные, есть, конечно, криминальная история в нашей каждой серии, но при этом все равно кино про человеческие души, про человеческие судьбы. Название «Галка» и «Гамаюн», хотя и кажется интригующим, но ответ прост – это фамилии. Ярославль в обрамлении детективной истории мы увидим уже в следующем году. Есть и сюрприз. В сериале героини, как истинные жители Ярославля, будут смотреть и новости городского телеканала. История все-таки больше интерьерная, все-таки на натуре, вот натура снимается в основном вся в Ярославле. Исторический центр очень интересный, то есть там есть фактуры, которых, например, там в Москве, в Питере их уже практически не осталось, либо они уже сняты много-много-много раз, то есть уже неинтересно. Ярославль, несмотря на то, что уже много раз служил декорациями к разным киноисториям, еще свеж, неузнаваем и подходит и к 18 веку, и к 21. Об этом в интервью говорят все режиссеры, что приезжают в самый киношный город на Волге. Андрей Силкин снимает у нас уже во второй раз. Авторы проекта еще молодые кинематографисты, но уже с достаточно большим списком фильмов. Андрей Силкин работал вторым режиссером на картинах Станислава Говорухина и Валерия Тодорова. С оператором картины они вместе сняли уже сериал «Практика». Марина Смарагдова, Василий Мосин, новости города.